Приветствую, испытуемые! На ваших экранах Portal 2. Продолжаем играть в карты. И, собственно, продолжаем смотреть карты с хрома конкурса MapWaps номер 14. И у нас сегодня карта, которая заняла второе место в том конкурсе, Border Walls. И по превьюшке что-то, походу, впечатлительное визуально, по крайней мере. Автор, интересно, конечно, ник с вопросиками. Возможно, какие-то иероглифы, которые не поддерживаются шрифтом игры, не знаю. Ну, да ладно. Хотя мы можем просмотреть эту карту в мастерской, в теории, и посмотреть. Да, даже тут автор не обозначается. Интересно, по какой причине. Ну, да ладно. Border World, так Border World. Поехали. Смотреть. Очень надеюсь, что эта работа меня удивит. Ё-моё, охуеть. Я бы уже этой карте поддал бы, наверное, первое место. Чё это такое? Какие-то частички. Блин, посмотрите на эту красоту, а. Можно так вот сесть и просто вечно рассматривать это все. Вау. Какая красотень. Так, ну ладно. Все такое, типа... Блин, прикол. Так, нам нужна какая-то поверхность, наверное. От которой... Толкнуться, наверное, можно как-то. Вон там, видите, куб вдалеке. Давайте пока так. Блин, кастомные анимации. Слушайте, это класс. Прям мега класс. Урон от лазеров не убрали, все. Говно, а не карта. Так. Там, не знаю, не пойму, сетка, что ли? Да, тут сеточка. Хорошо. Собственно, вообще, куда нам? Вот, было бы круто разобраться. А если поставить куб сюда? Никаких изменений. Ладно. Хорошо. А это что? Это вообще... Это вода обыкновенная. Даже не белый гель для порталов. Ладно. И что делать тут? С одной стороны, знаете, что, музыки не хватает. С другой стороны, вот этот ambient, который сейчас играет, он подчеркивает то, что вот реально в каком-то глубоком космосе, в одиночестве. И хер его знает, безысходность какая-то тут. Ну, хорошо, вот смотрите, я отключил это дело. А дальше-то что? Там поганая сеточка. Куда нам не пробраться? Но, возможно, отсюда мы могли бы. Так, не понял. Ну,
еще кривой дурень. Ага. Так. Вполне возможно, здесь надо почистить все это дело. И вполне возможно, лазер надо прокинуть сюда. Так, хорошо. Что дальше? Нам надо соединить... как-то на ту часть карты, так сказать, попасть. А это что, типа, в роли панели веры, что ли? Ага, понял. Пока прыгать не будем. Нужно хорошенько подумать, что делать дальше. Что это за такое растение? Возможно, скауфайф что-то такое. Я не знаю, в этом не шарю особо. Делать. Здесь это все ограждено. Вот будь у нас свободное передвижение. Другой разговор. Да, ну да, здесь просто никак не с той стороны не поставить портал, только отсюда. То есть нам надо, сидя здесь, поставить портал так, чтобы можно было допрыгнуть сюда без этого поля. Вопрос в том, как. Я не вижу тут пока что каких-то особо секретных нанотехнологий, способных в этом помочь. Ну, видимо, остается только сюда прыгнуть и погадать немного. На кофейной гуще, что тут можно сделать? Для чего нам надо почистить поверхность там от краски? Для этого портал здесь должен стоять и там должен стоять. Это за хренотень такая? Или это типа наш спаунер был, но мы криво заспаунились? Не понимаю. Смотрите, допустим, мы сейчас припремся сюда. Если я ставлю туда портал, мы лишаемся возможности поставить портал туда. При этом здесь нет никаких штук, на которые можно прыгнуть и перелететь через полмира.
Но при этом у нас есть доступ к кнопке, которая может дать нам куб. Так, ну давайте попробуем. Глядишь, получится что-то. Да, он прыгает. Ну давайте сначала просто сделаем, глядишь, что-то триггернем. Как-то бы. А, мы можем? Нет, мы не можем. Здесь долбаная краска. Что мы из этого можем извлечь, а? Ну, мне надо туда попасть. Как-то обхитрить систему. Я думаю, вряд ли получится. Все-таки краска есть краска. Но мы можем поступить вот так. Смотрите-ка. Окей. Хорошо. Допустим, мы открыли себе проход сейчас туда. И у нас будет портал оттуда сюда. Теперь нам нужно поставить портал туда каким-то образом. Что я для этого могу сделать? Не знаю, или сюда поставить его. Хотя зачем нам назад? Погодите-ка, мы можем без последствий туда прыгнуть сейчас. Ну, допустим, мы прыгнули сейчас туда для без последствий, да? А чё нам это дает вообще? Там ее все равно не достаю. Если я ставлю туда портал, я остаюсь тут заперт. Если я ставлю оранжевый портал, я должен вернуться туда. И, соответственно, все сначала начинаю. Это не то. Здесь нету прыгуна, чтобы туда допрыгнуть вообще. Не знаю, может, если я упаду, я возражусь. Нет. Не возражусь. Что ж тут можно сделать-то? Что-то поистине гениальное. Давайте вернемся сюда, да? Окей, я вернулся сюда.
При этом куб там. Хорошо, я могу поставить портал сюда, но я все еще не имею доступа возможности портал поставить вон туда. Что мне это в целом дает? Вот эта штуковина, она явно не просто так. Для какой-то цели она нужна. Для какой, не знаю. То есть мы должны туда каким-то образом переброситься. Ничего не выйдет. Перебрасываемся туда. И все. Ну вот и чё. Какая-то хрень. Чё дальше-то делать, а? Люди добрые, алё. Я уже слишком долго туплю. Я поставил портал сюда, как только я это сделал, у меня автосохранилась игра. Как будто я что-то правильно сделал. Окей, вы видите какие-нибудь такие вот штуки здесь, чтобы прыгнуть можно было и там оказаться? Я лично не вижу. Погодите-ка. Мы же таким образом себе часть, кусок краски смыли. Так ведь, теперь мы можем оттуда портал поставить, чтобы домыть краску. В теории. Давайте попробуем. То есть портал уже будет стоять где-то здесь. И херачить туда. И нам останется перебраться туда каким-то образом. Окей, коп по-любому должен быть тут, поэтому... Я, блин, не сохранялся, поэтому по новой все. Уже успел забыть, как это делать. Так, хорошо. Все, что нам нужно сделать, чтобы портал стоял здесь и портал стоял там. А для этого нам нужно каким-то чудом оказаться вон там. Какие ваши идеи будут, господа смотрящие, которые уже получат готовое прохождение? Ну, единственный проход, если мы оставим портал здесь, это вот через эту хрень перепрыгнем. И что дальше? Ну хорошо, допустим, даже если я здесь портал поставлю, у меня будет возможность перебраться туда.
Это, к сожалению, не поможет. Портал вот то есть куб я должен как-то на пересечении этого поставить, но здесь не получится, либо вот сюда куб надо, либо вот здесь надо держать. Конечно, таким образом у меня появляется возможность пройти здесь, затем активировать здесь лазер. Но это не поможет, потому что мне необходимо наличие портала именно вон там. Допустим, я туда перепрыгну, да? Допустим, я портал поставлю. Куда вот вообще портал мне ставить, вопрос? Не прыгать, скакать же мне. Кстати, для прикола. Я даже не смотрел, что тут будет, если я попрыгаю. Ладно, я попрыгал, понял. Ничего интересного. Может, я что-то упускаю, но нет, ничего. Абсолютно ничего такого я не вижу тут. Оказаться на той стороне, оставив портал при этом вот здесь, в этой сетке. Это обязательно условие. Я могу перепрыгнуть на этом плюшке туда. Могу поставить портал оттуда сюда. И как бы на этом все, конец. Песенка спета, все по новой. Поэтому нет. Я смог решить этот пазл, не поверите. И решается он довольно просто. У нас есть поверхность на противоположной стороне. И вот мы поставили портал где надо. Перепрыгнули сюда. Теперь поставили портал вот сюда. Идем сюда. Херак. Херак, херак. И снова надо за кубом сходить, чтобы допрыгнуть туда. И потом еще опять же туда даже с кубиком надо перепрыгнуть. Угу. Очень интересно, конечно. Сюда добыть. Так, Харак, иди сюда. Портал активирован, и мы. Это все, и это заняло второе место. Я не понимаю вообще, за что второе место этой карте. Кроме визуала, который поначалу челюсть сносит, тут ничего нет. Да, головоломка, конечно, тоже интересная, запутанная, сложная.
Но в целом, если сравнивать с другими двумя претендентами, она даже нового ничего не вносит с точки зрения механик. Две работы эти давали новые механики. Абсолютно новые. Интересные даже. А здесь просто голову ломаешь и все. Даже дизлайк поставлю этой карте. Да я редко кого вот принципиально дизлайк ставлю, но вот в этом случае это не второе место вообще. Что такого в этой карте, тоже я не понимаю. Это явно не фаворит. Вообще. Две работы предыдущие, которые сыграл, были лучше. Ладно, что ж, я не знаю, играть ли мне в остальные работы еще, пока мне их и не смотрел. Может, поиграю, может, нет. Ну, как не смотрел, я пролистывал их, и там видел даже пару какую-то кринжовую херню. Хотя, можно посмотреть по результатам конкурса и посмотреть, там, что там, четвертые, пятые места заняли. Возможно, они неплохие. Ну, да ладно. На этом все. С вами был Павел Первый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте друг к себе, оставляйте комментарии. Еще увидимся в следующих видосах. Всем пока!